Всем привет! Я уже снимал видео, как я приглашаю рефералов с помощью сайта teaser.biz. И решил снять еще одно такое видео, потому что взял в свой портфель пару дней назад две экономических игры. И в одну решил приглашать рефералов. Вот, эта игра, она называется WestGold. Очень интересная игра. Обзор на игру можете посмотреть на моем канале. Вот этот обзор. Итак, давайте будем создавать рекламу. Сначала я создам рекламу с реферальной ссылкой, потом такую же, только вместо реферальной ссылки я поставлю ссылку на видеообзор, потому что через видео маркетинг тоже идет очень хороший трафик. К тому же плюс видео наберет просмотров. Итак, давайте для начала нам надо пополнить рекламный баланс на тизере. Нажимаю пополнить. Давайте пополню на 50 рублей. Много тратить не буду. Просто для того, чтобы вам показать. Так, и нажимаю пополнить. Дальше выбираем Payer. Сумма 50 рублей. Выбираем Payer рубли. Нажимаем подтвердить. Так, и опять нажимаем подтвердить. Вот, как видим, наш баланс пополнился. У нас есть уже 54 рубля. Рубля. Так, ладно. Нажимаем добавить тизер. И добавляем тизер. Так, пишем рекламный текст. Я уже создал, чтобы было быстрее. Текст у меня будет вот такой. Новая супер игра с выводом денег, никакого золота и серебра. Зарабатывайте сразу в рублях. Так, вставляем ссылку, идем в свой профиль. Так, реферальная ссылочка. Копируем и вставляем. Так, дальше. Можно загружать изображение, можно нет. Я загружу, потому что с изображением выглядит, наш тизер будет более красиво. И поэтому я надеюсь, что перейдет больше людей на мой сайт. Так, давайте сначала скачаю картинку. Какую же. Давайте введем девушки из золота. Так, выбираем картинку любую, вы можете также выбрать любую картинку, либо создать какую-то свою картинку. Давайте вот, например, скачаю вот эту. Так, все, наша картинка скачалась. Нажимаем выбрать файл. Вот наша картинка, загружаем ее сюда. Дальше выбираем настройки показа. Можно выбрать показов человеку за сутки. Можно выбрать скорость показа. Медленная скорость, средняя, быстрая, очень быстрая. Можно выбрать таймер и можно выбрать таргетинг. Я выбирать не буду, просто создам тизер. Нажимаем сохранить. Так, что-то не сохраняется. Я понял, почему не сохраняется. Ссылочку надо укоротить, иногда так бывает. Так. Идем в укоротитель ссылок, вставляем, укорачиваем и копируем. Так, теперь вставляем вот сюда. Вот, все, теперь ссылочка правильная, можно сохранить баннер. Нажимаем сохранить и выбираем количество показов. Пусть будет 1000.
1000, итог 20 рублей. Нажимаем пополнить. И вот так выглядит наш баннер. Ждем окончания. Посмотрим, сколько придет по реферальной ссылке. И потом создам такой же. На обзор, на видео ссылочку поставлю. Посмотрим, откуда придет больше рефералов. И придут ли они вообще. Ждем. Да, кстати, забыл показать, сколько у меня рефералов на WebGold. Давайте обновлю страничку, чтобы было видно результат. О, ничего себе, было 5, стало 6. То есть один реферал уже даже пришел. Ждем дальше окончания рекламы. Так, ребят, реклама закончилась. Давайте смотреть на результаты. Переходим в наши тизеры. Показов 1004, кликов 49. Перейдем на укорачивание ссылок. Посмотрим статистику. Здесь показывает почему-то 47, но все-таки переход есть. Теперь идем в нашу игру. Как помним, было 5, сразу стало 6. И вот уже у нас есть 7 человек. Вот 7 рефералов. В начале видео было 5, то есть 2 реферала у нас все-таки пришли. Теперь давайте создадим такой же тизер, только продвигать будем с помощью видео. Так, нажимаем добавить тизер. Делаем тоже описание. Копируем ссылочку на видео. Вставляем ту же картинку. Так. Забираем среднюю скорость. Таймера не выбираем. И нажимаем сохранить. Так. Также выбираем 1000 показов. Нажимаем пополнить. Все, наша реклама такая же идет, только уже на видео. 7 рефералов, давайте обновим. Вот, 7 рефералов. И смотрим, как покажет реклама с помощью видео. Ждем. Так, рекламка на видео закончилась. Давайте будем смотреть. Перейдем в рекламные тизеры. Вот 1011 показов и 44 перехода. CTR 4,35%. Так, давайте теперь перейдем в WebGold. Помним, у нас было 7 рефералов. Опа, стало 10 рефералов. Перейдем сюда. Вот, уже даже 11. Я страничку не обновлял. Вот. Видно YouTube. YouTube, да. То есть на видео реклама тоже действует. И смотрите за эти вот две рекламы, которые я сегодня создал. Потратил я на них всего 40 рублей. А ко мне пришло 1, 2, 3, 4, 5, 6 рефералов. Я считаю, что это довольно хороший результат. Плюс. Смотрите, в чем плюс еще. Если вы не заметили, можете перемотать на чуть ранее видео. Посмотрите, что у меня вот на обзоре было всего 11 просмотров на YouTube. И после вот рекламы, которую я дал на видео, у меня стало вот 36 просмотров. То есть плюс в том еще, что и так можно набирать просмотры на видео. Вот такая вот реклама. Результат меня порадовал. Ссылочка на тизер будет в описании. Также на обзор WebGold. Надеюсь, видео вам понравилось. Было интересным и полезным. Ну а на этом я с вами прощаюсь. И до новых встреч. Thank you.